И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор и Димон Покемон, и сегодня мы попытаемся сбежать с SCP Bridge. Это у нас такая зона, на которой все охраняемое, куча SCP-шек, куча всего интересного. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Так что, ребят, давайте выходим, выходим, выходим. Где вы все? Вот я вышел. Я слышу, что ты дверью шуршишь. Так, 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 так. Так, вот оружие. Опа, берем. Оружие-то есть. Все. Да, я здесь вообще вооружен до зубов. Так, давайте будем пытаться выходить отсюда. Нам здесь больше делать нечего. Опа, нифига себе, вообще деловые. Так, куда бежим, куда? Давайте сюда. Вот там, смотри, тут, наверное, выход, но мы надо осмотреться нам немножко, посмотреть здесь. Нам на улицу, нам на улицу. Я знаю, мы просто смотрим здесь. Так, здесь у нас... Здесь у нас как бы этот такой зимний сад. Корова дохлая. Корова дохлая, точно. Кто-то ее убила. Тоже ее. Чупакабра. Я не хочу стать как корова. Там я что-то вижу, там еще впереди какую-то дверь. Кафетерий. А, кафешка. Пойдем сюда, зайдем. О, прикольно, точно, кафетерия. Ого, она хорошая, такая прикольная. Угу. Телевизор нерабочий, могли починить. Вообще не телевизор, это пустая коробка. Муляж. Это не настоящие телевизоры. Здесь туалет вообще с разбитым стеклом и с коровякой там. Ты как оптимизация сделана? То есть ты стоишь, да, там черный экран, подходишь, но раз, и прогружается. Ну, я надеюсь, это называется оптимизацией. Я вообще не знаю, напишите в комментариях, это что. Ну, наверное, да, оптимизация по-любому. Смотри, опа, резко появляется, прям кусками. Это, наверное, сделано из-за того, что эта карта очень большая. Вот смотрите, здесь, кстати... Да, о, пошли. Наши любимые места. Я уже заговариваюсь. Смотри. Кстати, стекло разбито. Как будто сюда что-то кинули. Или кого-то кинули. Кровище. Я же, кстати, боялся там что-то увидеть. Опа. Балунбой. Это кто-то балунбой, что ли, насрал? Так, помчали. Тут вообще тихо, ни одного охранника нет. Ни одного SCP, ни одного аниматроника. Никого. Ребята, может они нас боятся? Возможно. Проходим, проходим, проходим. Не задержимся. Здесь какое-то очень странное место. Может нам сюда вниз, ого, нет? Ого, какие-то еще проходы есть. Блин, здесь много всего. Здесь, да, еще здесь вниз много... есть. А здесь а нет, где? Двери нету там. Все четко. Чисто. Так. Чисто. Нет, дальше проход, Димас. Мы еще здесь что-нибудь не обследовали. Да ладно. Я думал, там уже на выход идем. Скорее всего, надо еще здесь обсмотреться. Вот, смотрите, здесь статуя находится. Аккуратно. Так, мне кажется, ее здесь нету. А может и есть. На, туда подняться надо. А, вот проход дальше, вот он проход. Да, это вот проход дальше. Блин, четко. Карта классная. Кстати, ребята, эта карта новая в Steam, в воркшопе я увидел. Мы сразу решили ее записать. Ну, вышла она 17 числа. Да, точно. Так. Так. Вау, смотри, здесь директор, наверное, живет. Прикольно. Обои у него такие какие-то. В каком-то стиле выполненном таком. Типа, я не знаю даже, как назвать его. Все красиво тут, все четко, даже кровища нет. Звук слышите? Нет. Звук слушаете, да, а потом нюхаете, я понял. Нет, Димас, иди сюда, смотри. Я, кстати, здесь видел какую штуку, иди сюда. Где ты там? Я иду, я иду, я иду. Вот мы с Виктором, вот сюда вниз спускаемся. Меня Виктор загипнотизировал. И смотрите, вот такая камера вообще страшная. Смотрите, там страшнучая камера. Давай ее откроем. А как? Туда по вентиляции можно. Знаешь, как можно открыть ее? Я тоже знаю. Никак. Дима, не получается через С. Носовый хитрый, да? Значит, по-умному. Я тоже думал, я носовый хитрый. Нет, так тут не прокатит. Так, а ты где? Мы здесь лындаем. Ты чё, откуда ты взялся? Блин, а чё мне так подлагивает? Ну, давайте я карту очищу, стойте. Мне реально просело. Так.
Вот и оптимизация карты, я понял. До оптимизации здесь еще далеко. Потому что железо у меня, в принципе, неплохое, тем более для Гаррис Мода. Так. А здесь что такое у нас? Идем, идем, идем. Проходочка какой-то есть. Вау, здесь, походу, людей пытают. Ну да. По нам обстрел ведется. Тихо, тихо, тихо. Зачистка. А, обстрел. О, я люблю пострелять. Это мое. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Иди сюда. Так, ребята. Ты чего здесь? Это разброс большой этого оружия. Или это такой меткий? Не, надо привыкать к этому оружию. Каждое оружие... Да и прицел не такой большой, надо на белом фоне его плоховато видно. Так, я пока путаюсь в карте, ничего не понятно. Я тоже эту карту не знаю, она вообще новенькая, готовенькая. Так, а куда вы ушли? Мы тут. А, давайте дальше тогда проходить. Вот здесь что внизу есть. Так, 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 я за вами, я за вами. А, внизу тут проходы какие-то непонятные. Проходи, 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 не бойся, не бойся. Да, не надо бояться. Не надо, не надо. Все хорошо. Так. О, лучший друг к нам присоединился. Подписчик. Во, смотрите. Так. Ого, какой зубастый, смотри. Вот это жесть. Чё ж он такой зубастый? Я и так здесь стрёмаюсь. Ну что-то черное. Тихо, тихо. Что там? Не знаю. Какой-то газ, наверное. Знаешь, а что такое? Подходишь такой... Фу, он воняет, не подходи. Слышите звук марионетки? Нет. А я слышу. Я слышу. Слышу, какой-то башмаки чавкают. Тихо. О, так тут вот коробка лежит. Ты там лучшего друга убили? Это марионетка его что ли убила? Наверное. По идее, да. Ребята, давайте, пока она там расчленяет подписчика, пошлите дальше. Пойдем отсюда. Так, дальше. Так. Еще камера. Тихо, тихо, тихо. Тут находится 682-й. О, я его не боюсь, он такой медленный, как черепаха. Неуязвимая рептилия. Невидимая рептилия? О, а! Марионетка вообще очумела. А как она так быстро прилетела? Ах ты такая марионетка. Нет. Вот. А, там открывается дверь. Есть человек живой. А? А ты где? Я умер. В камерах появился. Я сейчас прилечу к вам. Ого, здесь охранников. Я теперь понял, почему у меня так прогружается. Они им еще гранатами решили забросать. Вы че? Вообще очумели. Ого. Ого. Тут же точка спауна стоит у них, что ли, или чё? А, патроны, патроны, патроны. Карту зачищу, потому что реально у меня провисает. О! Не, Димон, вот этот... Вот с вами, чувак. Скажу вам сразу, ребята, карта не оптимизирована. С вами чувак, кстати, бегает. Я вижу, я вижу. Так, Димон, давай выходим отсюда, я уже не хочу здесь находиться. Из CV бегают, охранники бегают, все нас хотят убить. Это не так, ну куда это годится? Выходим, выходим. Потихоньку продвигаемся на улицу. Что? Нам надо выбираться. Выбираемся. Тут нас так будем находиться, но нас будут убивать и убивать. Оружие наготовьте, держите. Я уже заблудился, кстати, я не знаю, где проход. Здесь что-то есть. Сейчас найдем, сейчас найдем. Мы же, пацаны, серьезно, мы и не с таких выбирались мест.
Это самое еще пока мне слабое место, откуда мы выбирались. Или, по крайней мере, выберемся. Так, вот, может быть, на верном пути. Так. Готовимся. Мне кажется, что у нас тут? Хе-хе, зря пришли, что ли? Не отключил. Мы оборудование, мы что-то отключили, кстати. Мы, походу, защиту отключили. Так вообще красавчики. Давайте, пацаны, вас наверху жду. Давай, мы идем. Так, мне кажется... Все аккуратненько, аккуратненько. Да, идем. А, гейт A. Вау, смотрите. Свобода. Нет, ну это только крыша от свободы. Да? Я нажал кнопку. Выходим, выходим, выходим. Оп. Не спешим. Кнопочка. А, сзади на нас нападают. Выбегаем, 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 пацаны. Блин, машины не хватает здесь. Была бы еще машина вообще четко. Блин, у меня эта карта что-то провисает. Огромный. Бывает нормально-нормально, потом раз, немножко провисает. Ух ты. Там же он темнотища, а не. Это называется... О, Димон, 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 не спеши, не спеши. Вот тут надо удовольствие растянуть, я прям хочу с ними постреляться, это тема хорошая. Нас окружают, Димас. Так, я двоих забрал, Граната. Так. Где, где? Нифига себе, это они кидают? Да. Ребята, вы на кого гранаты кидаете? Ну что, вы уже не такие деловые, да? Виктор там гасит кого-то вообще именно. Тут эти опять на нас нападают. Комбайн. А где они? С этой стороны. Надо кого-то... О, я возьму этот, снайперку. Виктор, ты чё там при смерти это так говоришь? Как будто тебя ранили. Умирает уже это... пацаны! О, вот это оружие. О, вот это я метки. Ого, тачка какая большая. Тихо, 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 тихо. Мне понравилось это оружие очень. А? Димончик, ты заметил? Вообще как мы здесь? Есть. Тихо, тихо, надо красиво, короче, ребят, тактику подобрать. Тактика ноги. Пацаны, тактика ноги, включаем. Так, давайте будем пробираться в помещение, которое тупиково нет. Плохая идея пробираться в помещение, где нет прохода. Аниматроник. Вот это он наглый. Тихо. О, Страйдер пришел. А интересно, я смогу его с этого убить? Миниган или нет? Гаси, гаси, гаси его. Я хочу с миниганом попробовать. Угашу я его или нет, а ну-ка. Ого, ты там боулинг играешь с Страйдером. Вот это мясо пошло, ребята, ракеты, смотрите. Ракеты, ракеты. Вот чего не хватало, вот чего не хватало. Экшен, экшен, экшен. Смотри. Так, давайте возьмем базуку. Случайно. И, понимаешь, ты не на того нарвался, Страйдерушка. Вот это мы его разложились. Он брейк лобает. А нет, по нам все. Обстрел опять ведут. По мне, точнее. По нам идут, по мне. Там мы сейчас его разложим, я ж профессиональный. Смотрите, сколько ракет. Это мы развалили их. А тут вообще без вариантов. Ну серьезная команда, таких как мы, единицы. Димас, я слышу Страйдеров. Ты слышишь их? Да. Ну там что-то булькает. Ого, Страйдеры. Так, тихо. Не Страйдеры, а охотник вроде бы. А, да-да-да, я забыл, как они называются. Вот тут еще охотник. Ты че, живой еще? Супер. Смотри. Ого. А это ты меня убил. Так я лечу. Я не могу пропустить, как он будет падать. Не могу. Вот он. А! Убегай, 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 Димка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Подзабрал, жизни подзабрал. Я по нему стреляю с миниганна. А чё ж он такой крепкий? А чё он крепкий таким-то оказался? Очень крепкий он. А, у него уже горит там чё-то. Думаешь? Кончик, уводите. Смотри, как мы его гасим жестко вообще. Давайте, 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 с ракет его. Он не знает, на кого переключиться, не знает просто на куда... Вот это босс, это, ребята, короче, босс, да, я так понимаю? Мне кажется, он вообще без... А может, с этого пока его оружие не берет? Берем. Он вроде не стрелять, у него хоть дым идет. Он ну, вообще нет. Ничего. А что за бред? Мы столько его гасили. Ладно. А, надо с Half-Life патронами. Во, да, с Half-Life. Че, не нравится, да? Да, смотрите. У-у-у-у. Красиво, мы да? Его разнесли. Прикольно мы его разложили. Да, вообще классно. Репортаж с места событий. Ой. Блин, классно мы его развалили вообще четко. Мне понравился этот боссик. А, кто мне скинул? Он что, взорвался еще раз, что ли? Нет, это новый прилетел какой-то. Не понял, какой новый. Мы так не договаривались. Это война. Вот это да. Да, это война, все. Он отражает мои пули. Ой, это что-то новенькое прилетело. Но на нас еще эти нападают. Откуда, откуда, откуда? Разносим их просто. Вообще, что ли, психи? О, это что? Это какой-то другой вход, что ли? Давайте посмотрим. А, там какой-то элитные бойцы пришли, Димас, там элитные. Мне нравится, как я с базукой хожу в помещение. Там элитные бойцы, Димас, проснулись. Где? Покажи хоть одного на пальце. На вон. Пальцах. Не вижу. Стреляют. Я не вижу никого где. Ого. Вижу, вижу, вижу. Сколько их там? До свидания, сколько? Ребята. У-ху-ху-ху. У-ху-ху. Я больше выбил страйк. А, по нам обстрел ведут, даже сзади. Не со спины обходят. Мы, это не просто мы не особо опасные, а очень опасные. Да. С вами уже два вертолета присылали. Нифига себе, что тут пузыри летают эти? Откуда вальва идет? О, мои мины сработали на Викторе. Своего же подорвал. Профессиональный закладчик мин своих не убивает. Так. Да опа. Что это такое? Опа, Виктор убил. То и Фредди? О, здорово. Как дела? Фреддюш. Нет-нет, Димон, смотри, надо сначала в нос стрелять. Болевое место, видишь? Реально в нос стреляешь, это болевое место у аниматроников, чтоб вы знали. Еще один, да ты что? Ого, этого нос крепкий. Димон, это они вообще, это слабые аниматроники. Монгол вообще сегодня что-то озверело. Ты понял, какая тактика? Они меня отвлекали, а Монгол сзади подошла. Да-да-да, сзади тебя убила. Повелся, повелся. Видишь, аниматроники уже выработали свои тактики. Монгол сзади тебя. Здесь, да, ты Монгол? Здесь. У меня для тебя человек... Давай хоть добью. Что-то... Ой, вообще слабое у меня оружие. А чё не такое? О, она. Пришла, да? Красотулечка моя. Тоже хорошая винтовка. Быстрострельная. Чёткая. Вообще феншуйская. Опа, 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 марионетки. Ой, чика-чика там. Я буду ходить. Буду с СМГ. Он что, сзади меня, что ли? Нет. Нас убьет. Она тебя убила. Блин. Ай, ты что, права себе купил, что ли? Да. А я сам не знаю. Просто мышка вверх, смотри и лети. А, ты что мне сбиваешь? Тут мало места для таких кораблей больше. А-а-а! Ого, взрыв. Вот это взрыв от него. Я тебе говорю, это такое пламя вверх.
Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!